Привет, хочу сегодня показать, что у меня появилось нового из косметики. Некоторые из вас любят такие видео, покупки, новая косметика, когда я раскрываю новую баночку. И что я приобрела? В последнее время в магазинах японских, аптеках, которые находятся близко к дому, появилась корейская косметика. Ее стало больше, и постоянно ее больше, и больше, и больше. Теперь я беру какое-то средство и с удивлением обнаруживаю то, что что-то сделано в Корее, и это привезено из Кореи, то есть этот бренд корейский. Наверное, год назад или два года назад что-то подобное встречалось редко. То есть в магазине, который рядом с домом, не большой такой магазин, где есть еще и какие-то предметы для дома, посуда, техника или еще что-то. Там встречалась корейская косметика, но чтобы это было повсеместно, такое вот только зарождается, и получается, что в Японии становится доступней именно корейская косметика. И вот в этот раз я пришла в магазин за средством для умывания. У меня не было в голове какого-то конкретного средства, и это странно, потому что сейчас, мне кажется, мы все ходим в магазин, зная, что мы конкретное что-то хотим попробовать. Вот те, кто смотрит YouTube, бьюти-блогеров, ну или же видео про бьюти, какие-то покупки, не обязательно, что это будет бьюти-блогер. Я не бьюти-блогер, я лайфстайл, вы знаете про это, но я люблю косметику, хотя сейчас, конечно же, у меня ее гораздо меньше. И не настолько я настроена на то, чтобы вот постоянно что-то пробовать и иметь несколько средств по настроению или по какому-то желанию. То есть мне что-то понадобилось. Обычно как? Мы вот идем и знаем, что мы хотим что-то попробовать. Вот те, кто смотрит видео бьюти. У меня такого почему-то не было в голове, я не знаю, знаете, когда приходишь в магазин, а у тебя вообще белый шум в голове, и, казалось бы, было в списке желаний то, что ты хочешь попробовать, но белый лист был передо мной, и я взяла вот то, что мне попалось на глаза. Это корейский бренд, но название шведское, как я поняла, не помню, что означает это слово, но оно популярное в Швеции, потому что я вот его знаю, но перевод не помню. Это два умывания. Одно сильнее очищает, другое очень легкое. И вот то, что сильнее очищает, это похоже на обычное умывание, которое пенится, мылится, используется после гидрофильного масла. Обычное такое умывание, которое мне очень понравилось, чем-то похоже на Estée Lauder, которое я недавно закончила, но это легче средство, оно подойдет для сухой кожи, мне кажется, подойдет, потому что нет такого ощущения, что до скрипа, а есть какая-то свежесть, но и ощущение того, что кожа очищена, также присутствует. Свежесть есть и какая-то влага на коже остается. Наверное, так я могу это объяснить. А вот это средство, оно гелевой консистенции, оно вообще не мылится. И когда наносишь его на кожу, оно сначала гелевое, затем оно растворяется, как будто бы превращается в воду. Но не до конца. Хотя здесь сказано то, что оно становится таким прям водянистым, как водичкой. Но не совсем. Как будто бы гель становится таким вот, ну, мягче, пластичнее, более жидким. И здесь сказано то, что можно снять легкий макияж вечером, хотя рекомендуют вообще утром использовать это средство. Но я попробовала снять макияж, ничего он не смывает, он совсем чуть-чуть что-то смывает, размазывает. И такой макияж легкий, как, например, я делаю макияж за 2 минуты, когда у меня нанесен консилер, слой туши, один слой туши, может, легкий блеск, хайлайтер, что-то такое, не смывает. Хотя это, мне кажется, в моем понимании, это легкий макияж. Но мне это средство понравилось, потому что оно освежает. Два этих умывания мне понравились. Также я купила от этого же бренда тоник. У него аромат такой, напоминает ароматы Kiehl's. Как будто бы здесь есть какие-то травы. Он очень хорошо ухаживает за кожей. Я заметила то, что он очень хорошо увлажняет. И у него такая консистенция более густая. Да, это жидкое средство, но оно не склизкое, как такие корейские или японские лосьоны, которые увлажняют. Нет вот этой склизкости.
но оно более густое. Это ощущается, потому что когда его разносишь, оно не разносится так же, как лосьоны, которые просто тонизируют кожу. Быстро очень схватывается кожа, и растянуть так же, как более жидкое средство, не получается. Я почувствовала, что от него очень хорошо увлажняется кожа. Буду дальше использовать, расскажу, как он мне понравился или нет. Крем, который я повторила, это крем Charlotte Tilbury Magic Cream. Он не всем нравится, не всем подходит. Многие говорят о том, что у него недостаточно увлажняющие свойства. Я с этим согласна. Аромат мне очень нравится. Он какой-то медовый, такой мед засахаренный. Это средство, которое хорошо работает с макияжем. Я использую только утром этот крем. И я уже заказала вторую баночку. Это формат 50 мл, а до этого у меня был 30 мл. И тот крем был в пластике. Этот в стекле. Тем не менее, я хочу сказать то, что крем, который у меня был до этого 30 мл в пластике, он отличается. Возможно, те, кто не настолько сконцентрированы на том, чтобы искать или даже не искать, а на каких-то вот ощущениях своих, не заметят этой разницы. Но для меня это была большая разница. Я, скорее всего, если буду заказывать этот крем, я закажу опять же в маленьком формате, потому что он более густой, у него ярче вот этот медовый аромат. И мне кажется, что он лучше даже увлажняет. Совсем немного, вот знаете, как будто бы на 30% здесь снизили густоту, аромат и увлажнение. Вот этот формат, то, что находится внутри, оно окружено пластиком. Что крем, которым 30 мл, что крем, которым 50, как и этот, он все равно взаимодействует с пластиком. Крем для тела L'Occitane, который у меня уже закончился, показываю в покупках пустую баночку. Я очень люблю этот аромат и миндальную серию. Я думаю, многие любят ее, и хорошо, что качество масла, качество крема остаются такими же на протяжении многих-многих лет. Поэтому я и возвращаюсь к этой косметике, к этой линии конкретно, потому что вот если ты ее купишь, ты знаешь, чего ожидать. Также из корейских средств я купила вот такой вот бальзам для демакияжа. У него практически нет аромата. Мне кажется, какой-то есть легкий аромат подсолнечного масла, но совсем чуть-чуть. Мне нравится, как он снимает макияж быстро, легко. Это средство, которое 100% понравится тем, кто хочет просто хорошее гидрофильное масло или бальзам, который хорошо смывает макияж, без проблем, который не оставляет жирной пленки, ничего, который удобен в использовании. Это масло, вернее, бальзам, если вы не пробовали, обязательно попробуйте, потому что он вам точно понравится. Мне понравился. Это отличный бальзам, который снимает макияж. У меня новый крем для глаз. Это японский бренд. Читала хорошие отзывы о нем. И пока я только начала им пользоваться, посмотрю, как он работает. Но по консистенции он сначала выглядит как такой густой крем, но затем уже, когда начинаешь в руках его разогревать и наносить на кожу век, он растворяется настолько, что он ощущается как вода. Я пока решила не использовать его, потому что настолько сухо в доме, что буквально я наношу этот крем, он высыхает, я трогаю кожу век, она абсолютно сухая. Такое впечатление, как будто бы я не нанесла крем, и мне кажется, мне недостаточно увлажнения сейчас, поэтому я не смогу оценить эффект. Нужно смотреть всегда по тому, какая влажность воздуха в помещении, на улице, и регулировать свой уход. Потому что когда-то средства могут работать, когда-то они могут не работать. Все зависит, конечно же, еще и от атмосферы буквально. Поэтому я купила сегодня Kiehl's крем для глаз. Крем для глаз с авокадо. Многие о нем говорили. Я хотела его очень долго попробовать. И сейчас, когда такая погода очень сухая, хочется что-то такое жиренькое, насыщенное. А так о нем и говорят, что он очень насыщенный. Я попробую этот крем, расскажу, как он мне. Это вот совсем новая баночка, я сейчас с вами открою. Запаха практически нет. Я бы сказала, такой легкий аромат травы какой-то. Интересно, по ощущениям он похож, кстати, на предыдущий крем. То есть, когда я его трогаю, кажется, что он густой. Да, и он густой, но он как-то растворяется на коже в водичку. Очень похоже на предыдущий крем. Есть формат 14 грамм и 28 грамм. Так как я не использовала этот крем еще, не знаю, как он работает, хотя отзывы хорошие очень, я решила купить 14 грамм.
Из того, что я купила также сегодня, это Лилабон. Крем для тела, который я хотела приобрести. У меня как раз-таки закончился вот мой крем Лаксан. У них есть разные ароматы, по-моему, их три. Не так уж их много, но именно в таком формате. Это базилик и авокадо. Мне нравится аромат. Он мягкий, в то же время свежий, бодрящий. А знаете, что он напоминает? Он напоминает крем от Элизабет Арден, который у меня был много лет назад. Я также его показывала в покупках. Зеленый чай. У них есть аромат зеленый чай у Элизабет Арден и также крем для тела. Мне очень понравилась консистенция. Я говорила об этом в одном из видео. Знаете, когда вы наносите крем, и, казалось бы, он такой густой, и он моментально растворяется на коже, и он растворяется до такой степени, что вы ощущаете текстуру своей кожи. Захотелось быстрее в душ и нанести этот крем. Кстати, вы чаще принимаете ванну или душ. Если говорить об уходе за кожей, за телом, я использую сейчас вот такой вот крем. Также его купила недавно, я его повторяю. Этот бренд мне очень нравится. Вообще все средства у них очень хорошо ухаживают за кожей. Это крем с маслом какао и маслом ши. Очень он хорошо, сильно увлажняет, как здесь и заявлено. У него густая консистенция, его нужно много для того, чтобы разнести на очень сухую кожу. Знаете, когда уже кожа шелушится. Вот сейчас у меня такой период. Также у меня была покупка SPF, так как тот SPF с колпачком, который меняет свой цвет при попадании ультрафиолета, у меня закончился. Я купила вот этот, потому что я его видела у одной японской блогерши, блогера. Ей очень нравится этот SPF, она его постоянно повторяет, она говорит то, что берет себе 30, когда зимний период, и 50, ну, SPF 50, когда летний период. Я купила себе 50, SPA 4 плюсика, аромат, как будто бы это крем старого типа, вот это какая-то отдушка, какая была раньше в кремах Estée Lauder или Lancôme, что-то такое. Не знаю, какие-то ностальгические ощущения, и они мне настолько понравились, вот этот аромат, ощущение от него, что я хочу купить что-то еще из линии Elixir, хотя, казалось бы, я эту линию постоянно вижу, я не знаю. Я слышу там о ней хорошие отзывы, но я ни разу не пробовала всю линию вот так, чтобы взять и попробовать. Мне теперь хочется это сделать, потому что мне очень понравился этот SPF. Я не знала, как насчет свойств защиты, да, трудно сказать, когда мы используем SPF, как это вообще влияет. Это то же самое, что БАДы, витамины. Вот я, например, астаксантин пью. Невозможно сказать, как это вообще повлияет. То есть мы не видим этого эффекта. И то же самое с SPF. Лучше себя защитить и подумать о таких вещах, особенно солнце, когда сейчас вот проблема такая экологическая остро стоит. SPF уж точно нужно использовать, и я использую постоянно. Мне он нравится просто по ощущениям, и, кстати, как хорошо ложится макияж после. Вот это все были мои покупки. Расскажите о ваших покупках за последнее время, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы посоветуете. Может, у вас есть то, что я сегодня показала. И напишите свои впечатления. Будет очень интересно почитать и мне, и тем, кто смотрит это видео. Это всегда так. Это не просто слова, которые я говорю, чтобы вы просто написали комментарий или у меня была какая-то активность на канале. Для меня это не так важно, вы сами видите, потому что видео носят совершенно другой характер, у них другая заставка, у них другое название видео. И, соответственно, для меня вот ваши комментарии — это действительно общение, а не просто какая-то активность для того, чтобы мое видео увидело больше людей на YouTube. Это совершенно не так. Вы это, я думаю, вы и так это знаете, поэтому пишите комментарии просто для общения между теми, кто смотрит это видео, со мной. Мне это всегда очень приятно. Вы для меня это взаимодействие с окружающим миром, знаете, как со всей планетой, поэтому давайте общаться. Спасибо за внимание.